Всем привет! Компьютерные игры за время существования породили множество видов оружия, многие из которых пока что не имеют аналогов в реальном мире. Зачастую игры используют одинаковую в своей основе концепцию, переработав дизайн и некоторые элементы. Но бывает и так, что разработчики придумывают действительно оригинальную идею и воплощают ее в игре. Итак, топ-10 оружия будущего в компьютерных играх. Десятое место. Line Gun или лазерная винтовка из игры Dead Space. Использует принцип плазменной резки объектов. Прототипом можно считать любой промышленный плазменный резак. Однако выстрел полосой плазмы — это, конечно же, фантазия разработчиков. По сюжету игры инструменты этой модели используются для резки огромных кусков породы на более мелкие. По принципу действия напоминает плазменный резак. Винтовка выстреливает широкий луч энергии. Только у этого оружия больше площадь поражения, сильнее выстрел, плюс вы не можете вращать ствол. Если хотите устроить фарш из чудовищ, то можно замедлить несколько монстров, подождать, пока в узком коридоре не соберется толпа, и рубануть по рукам и ногам. Если сделаны улучшения на урон, выживут единицы. Девятое место. Штурмовой дрон. На данный момент ведутся разработки по созданию прототипа боевого дрона, в основном умельцами, которые из обычного квадрокоптера пытаются сделать машину для убийства. В играх эта идея встречалась неоднократно. В игре Killzone Shadowfall дрона можно использовать для подавления огня противника, при этом самому можно в бой не вступать. В игре существует два разных дрона, обладающих разными параметрами. Один привязан к костюму маршала, пока он не дает команду атаковать. Другой умеет создавать щиты, может возродить кого-либо через инъекцию адреналина, вести себя как подделка, взламывать консоли и так далее. У дрона есть несколько режимов, к которым игроки могут получить доступ через тачпад на новом контроллере. Среди них атакующий режим, переправа, оглушающий режим и режим щитов. Восьмое место. Фотон проектор из популярного онлайн-шутера. В реальности фотонное оружие представляет из себя излучение, возникающее при ядерных превращениях или аннигиляции частиц. Излучение обладает большой проникающей способностью. Проходя через вещество, фотоны взаимодействуют с его атомами, а при значительной энергии фотоны взаимодействуют с ядрами атомов. По сути, фотонное оружие — это тот же лазер, однако в игре он представлен по-своему. В Overwatch обладателем данного оружия является Симметра. Основная атака фотонного излучателя представляет собой луч, который наносит урон и автоматически наводится на цель, расположенную в поле зрения Симметры. Выбрав цель, оружие наносит ей урон до тех пор, пока игрок не отпустит кнопку основной атаки, цель не выйдет из поля зрения, или боезапас оружия не закончится. Седьмое место. Гравитационная пушка. Данный вид оружия искривляет гравитационное поле, что позволяет использовать окружающие объекты, лишенные веса, в качестве снарядов. В реальности существует множество опытов, в основном связанных с электромагнетизмом и механикой движения, нежели воздействующих непосредственно на гравитацию. Поэтому гравипушка, возможно, так и останется вымыслом компьютерных игр. В Half-Life 2 гравитационная пушка имеет два основных режима. Основной огонь освобождает взрывную энергию, которая отталкивает предметы с огромной силой. Вторичный огонь притягивает близкие предметы и держит их на весу. В Doom 3 мы используем гравихват или плазменный левитатор — прибор, используемый учеными для переноса предметов или сгустков плазмы. Шестое место. Глюонная пушка. Выстреливает и расщепляет врагов потоком глюонной плазмы. В игре глюонная пушка генерирует луч голубого цвета, расщепляющий на молекулы всякую органическую и неорганическую материю. Название глюонной пушки исходит от глюонных частиц. Глюоны — это частицы, являющиеся посредниками в ядерном взаимодействии и держащие атомные ядра вместе. Глюонная пушка стреляет потоками глюонов, или же вместо этого она сталкивает вместе уже присутствующие в объекте глюоны. В любом случае оружие фундаментально воздействует на материю. В игре взаимодействия, вызванные этой реакцией, могут разорвать на куски практически любое живое существо. Пятое место. Плазменное оружие. Плазменным оружием могут считаться устройства, использующие в качестве поражающего элемента сгустки плазмы, плазмоиды. Наверное, самое популярное оружие будущего в компьютерных играх. Чем же является плазменное оружие? Для тех, кто не в курсе, плазму обычно описывают как четвертое агрегатное состояние вещества после твердого, жидкого и газообразного. Технически это ионизированный газ, то есть газ, в котором внутренняя энергия настолько высока, что электроны выделяются из электронных оболочек атомов. При нынешнем уровне технологий существует множество проблем для реального воплощения в жизнь плазменного оружия в таком виде, в котором оно присутствует в компьютерных играх.
Четвертое место. Гаусс-пушка. Да, это оружие уже придумано и создано, но широкого применения не нашло. В США разработали рельсотрон, некий гигантский аналог гаусс-пушки, разгоняющий снаряд до немыслимых скоростей. При этом пушка использует 25-мегаваттный двигатель, мощности которого хватило бы для снабжения электричеством 18 тысяч домов. Пушка Гаусса – одна из разновидностей электромагнитного ускорителя масс, названа по имени немецкого ученого Карла Гаусса, заложившего основы математической теории электромагнетизма. Встречается во многих видеоиграх, но в основном это оружие известно геймерам благодаря игре Stalker. На сегодняшний день у пушки Гаусса нет перспектив в качестве оружия, так как она значительно уступает другим видам стрелкового оружия, работающего на других принципах. Третье место. BFG. Вымышленное футуристическое оружие встречается во всех компьютерных играх серии Doom. BFG представляет собой тяжелое ручное цельнометаллическое орудие, стреляющее зеленоватыми шарами-плазмоидами. Выстрел производит опустошительный эффект, нанося огромный урон по всем противникам в зоне поражения. BFG – это полностью автономная переносная огневая платформа. Каждый заряд содержит миниатюрный, но очень мощный компьютер, который выполняет наведение и благодаря встроенной системе распознавания свой-чужой направляет по каждому противнику дополнительный луч, наносящий им урон перед взрывом разряда выстрела. Второе место. Нановинтовка. Нанотехнологии – это технологии изготовления сверхмикроскопических конструкций из мельчайших частиц материи. А если задать этим частицам определенные функции, то последствия от применения таких микрочастиц могут стать просто разрушительными. В игре Red Faction Armageddon присутствует довольно любопытный образец оружия. Нановинтовка. Стреляет запрограммированными нанитами, которые расплавляют все, на что попадают. Наниты – это роботы размером с молекулу, которые запрограммированы на разрушение вещества на молекулярном уровне. Нановинтовка – один из самых лучших видов оружия в игре. И это вполне справедливо, так как почти ничто не может устоять после встречи с такими технологиями. Первое место. Оружие на основе темной материи. При выстреле активирует небольшую черную дыру, поглощающую всех противников на своем пути. Конечно, радиус действия такого оружия меньше, чем у BFG, но принцип действия вызывает просто массу восторга. Как известно, черная дыра – область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть ее не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Чего уж там говорить о простом веществе, из которого сделаны противники, боевая техника и защитные сооружения. Конечно, если бы в реальности на Земле каким-то чудом возникла черная дыра, то, возможно, просто так бы она не испарилась сама по себе, а продолжала бы поглощать материю, разрастаясь и увеличивая свою мощность. Подобные страхи и опасения были у многих людей, когда объявили о запуске большого адронного коллайдера. Но пока что Земля на месте, а коллайдер продолжает работать, так что, я думаю, не стоит волноваться по этому поводу. Конечно же, все эти идеи теоретической физики не могли пройти мимо разработчиков, которые смекнули, что можно это все неплохо реализовать в компьютерных играх в качестве мощного оружия. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилась данная подборка оружия из игр. Если есть желание дополнить ролик, расскажите в комментариях про свое любимое оружие будущего в играх. А также ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Джеймс. До новых встреч!